Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов Барселона против Интера. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом он завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. С центра поля эту встречу начинает Роберт Левандовский. Поехали. Третья минута, первая атака Интера. И Терштеген уже вступает в игру. Эдин Джека бил поворотом с левой. Но вратарь Барселоны на месте. И первый угловой уже в самом начале матча. Подача есть. Удар поворотом тоже. И первый гол за Интером. Это Лаутаро Мартинес. По-моему, это именно он. Здорово открылся под передачу с углового и поразил дальний угол ворот Барселоны. 1-0. Интер выходит вперед. Гостевой гол. Посмотрим, чем на это ответят футболисты Барселоны. Девятая минута, и вот уже Барса в атаке. Это Рафинья. Скидка в центр на Роберта Левандовски. Он не добирается до мяча. Но здесь здорово поддавливает соперник. Еще один момент. Ферран Торрес бил поворота. Ну а здесь... нарушение правил со стороны футболиста Барселоны и штрафной. У нас 18-я минута. Еще одна атака Интера, но здесь Барселона смогла отбиться и пытается быстро выйти в контрвыпад. Это пенальти. Мяч попадает в руку Деврею. Роберт Левандовский зарабатывает 11-метровый. 22-я минута, середина первого тайма. Посмотрим повтор. Ну да, мяч попал в руку, и арбитр... указывает на точку, и сам же Роберт Левандовский подходит к мячу. Мощный разбег. И Роберт Левандовский сравнивает счет. Анана даже не прыгнул. 23-я минута. 1-1. Небольшую паузу сделал перед ударом Роберт Левандовский, ну а потом поразил... мощным ударом левый угол. Это ничья, и мы продолжаем. 32-я минута встречи, и снова миланский Интер идет в атаку. Эдин Джека, Мартинес пытался проскочить между двух, не получилось. И Барселона забирает мяч себе, Терштеген сильно выносит мяч к центру. Эдин Джека, передача пяткой на Мартинеса. Здесь Барселона смогла отбиться, но Интер продолжает свою атаку. Чалханоглу. Пас на Генриха Мхитаряна, и там было положение вне игры. Но он говорит арбитру, нет, не было. Посмотрим повтор. Ну и действительно, у нас концовка первого тайма. Барселона в новой атаке. Это Гави делал передачу на Роберта Левандовски. Она не прошла. И у Интера есть еще немножко времени, чтобы провести контратаку. Эдин Джека, подача. Пике отбился. Ну и на этом первый тайм завершен. Пока 1-1. По ударам пока равенство, так же как и по счету. Всего лишь два удара нанесли команды по воротам соперника. У нас начинаются вторые 45 минут. И посмотрим сейчас, кто же окажется сильнее. Ошибка! Продавили здесь Бальде. Терштеген отыгрывался с ближайшим защитником. Но тот немножечко промедлил. Подловил игрок Интера на этой ошибке соперника, пробил, но в ближнем спасает Терштеген, и еще один угловой. С первого углового Интер смог забить, ну а тут Барселона отбивается на подборе Генрих Мхитарян. Передача в центр, дальше Шкриньяр, удар поворотом. Это было слишком просто, Терштеген забрал мяч в руки. Роберт Левандовский, удар поворотом, мяч рикошетит, и повезло здесь, Анана не растерялся. Смог отразить мяч, а этот рикошет сейчас смог сыграть в пользу Барселоны. Чуть больше 20 минут до конца. Интер в новой атаке. Генрих Мхитарян в центре. Находит Мартинеса. Мартинес на дриблинге пытается пройти оборону Барселоны. Скидывает, ну и скидывает Мхитаряна. Здесь Джека скидывал в центр, но мяч до партнера не дошел. И тут же Барселона пытается выйти в быструю контратаку. Роберт Левандовский... скидка в центр, удар поворотом, и не попадает Ферран Торрес. 15 минут остается до конца. Дембеле выходит вместо Рафиньи, а это был шикарный шанс Барселоны выйти вперед. Еще одна тонкая передача, удар поворотом. И здесь уже Ферран Торрес попадает точнёхонько в створ. 2-1, Барселона выходит вперед.
за 12 минут до конца. Ну и очень тоненький пас Педри. А Ферран Торрес ловит Анану, пробивая в ближний верхний угол. Это 2-1. Есть еще немножко времени у Интера, чтобы вырвать хотя бы ничью. 83-я минута. Угловой. Пошла подача в штрафную. По-моему, Мхитарян пробивал, но мяч легко достался Терштегену. Роберт Левандовский. Еще один момент. Здесь заблокировали защитники Интера. Основное время матча подошло к концу. 2 минуты добавляет главный арбитр. Чалханоглу. Снова Гессенс. Передача дальше. Ну же, забивайте. Удар по воротам, и Терштеген спасает. Это спасение концовки этого матча. 2-1. Барселона в нашем прогнозе побеждает. Игра получилась очень жаркой. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока.